Следующее морское животное, о котором я вам хочу рассказать, это медуза. Ну, медузу рисовать очень просто. У нее есть такой купол, похожий на грибок. Вот. И из него торчат щупальца. И я предпочитаю рисовать такие толстенькие щупальца. Тут. А вот тут еще могут быть более длинные. Вот примерно так выглядит медуза. У нее тут, конечно, может быть какой-нибудь узор. Самый разный. И если вы хотите нарисовать мультяшную медузу, то, конечно, вы можете нарисовать и глазки, и рот. Вообще-то у медузы нет никаких глазок, а рот у нее есть, естественно, но он располагается не на куполе, а вот там вот внутри, между щупальцами. Что очень естественно, потому что медуза питается тем, что она, что как бы ее жгучие щупальца ей принесут. И я вам хочу рассказать еще про одну медузу, сейчас самую распространенную у нас тут в Балтийском море. Это ушастая медуза. Это просто такой прозрачный блинчик, и на нем узор в форме таких четырех ушек. Вот, вот она плавает таким вот блинчиком. И она безопасная, она не жалит. Итак, медуза. Может быть такая, может быть такая. И еще я нарисую, пожалуй, не знаю, нарисую еще раз медузу, нарисую самый простой способ рисовать медузу. Конечно, вы можете ее рисовать просто вот так. Вот. Все. Или вот так. Но мне кажется, что все-таки более натурально показать, что здесь у нее такие толстенькие щупальца, а дальше тоненькие. Все, медуза готова.